Теперь новым краевым центром тенниса стал Олимпийский стадион «Адлер-Арена». Чуть меньше года назад тут ставили рекорды на льду, а уже сегодня проходит открытый краевой турнир по теннису. Провести крупные соревнования позволяют 5 новых кортов. Возраст участников до 14 лет, но несмотря на юность, среди них много выдающихся спортсменов. Неплохие результаты показывают и сочинские теннисисты. Например, Данил Спасибо входит в пятерку сильнейших в стране. Но даже самые маленькие неопытные спортсмены к турниру относятся очень серьезно. Для меня этот турнир очень важен. Я на Новый год перехожу в 12 лет. И сейчас мне этот турнир, хочу поставить точку. 10 лет занять первое место, чтобы дальше было легче играть. Среди участников есть и спортсмены из нового субъекта Российской Федерации полуострова Крым. Вступление в состав России помогло им повысить свой профессиональный уровень. Радуют крымчаны возможность поучаствовать в мастер-классе Елены Весниной. У нас в Крыму очень многие знают Елену Веснину. Они за нее очень сильно болеют. И многие мне говорили, то, что если увидишь ее, передай привет. И мне было бы очень приятно принять участие в ее мастер-классе, если есть возможность. Турнир продлится до конца недели, а 6 декабря после финальных игр титулованная сочинская теннисистка Елена Веснина проведет для всех участников мастер-класс. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.